Здравствуйте. Сегодня день начался очень необычно. Я перепутала субботу с воскресеньем, выглянула в окно, а там светопредставление. В общем, началась с утра у нас катаклизма. Катаклизма. Это был какой-то кошмар. Ой, а поскольку перепутала субботу с воскресеньем, то и поздравила всех друзей, своих знакомых с вербным воскресеньем. Угу. Но мне потом напомнили, что ты что, сегодня суббота, Лазарева. Ну ладно. Ой, вот так вот. Приглашаю вас прогуляться, посмотреть на эту катаклизму. Ой, монтирую уже вечером. Петрище дует, страшное дело. Да, такого я, честно вам скажу, ни разу еще не видела. А вам доводилось такое видеть? Когда снег полностью растаял и потом опять навалил. Ух. А снег идет, а снег идет. А у нас товарищи снег. Снег, снег, снег. Вот вам и вербное воскресенье. С праздником, дорогие друзья. С вербным воскресеньем. Так и катастрофа нас настигла, девочки. Это ураган. Все, все начало распускаться. И кругом опять снег. Ой, это ребенок бежит. В снежки играет. Ну-ка, покажи, какой снежок. Отличный. Боже мой, что делается? Ой, ой, ой. Смотрите, что творится. Зима вернулась. Не просто так. Вон сколько. Видите, что творится. Ой. Да. Вот это да. Все опять снегу. Ой. Ой, крыжовник. Надо же. Надо его запечатлеть. Этот крыжовник в снегу. Ой, представьте, что творится. Надо фотографии сделать. Вот так вот. Это сегодня 11 апреля. Представляете, что творится? Все занесло. Все. Яблоньки с почками все в снегу. И чеснок весь. Все опять завалило снегом. Второй раз такая картина. Такая картина второй раз. Да. И как? И как быть? Что делать? Вот так вот, видим, похоже, и будет у нас весна и лето. Вот какая-то прогулка зимняя. Весной прогулка зимняя. Поэтому, да, то весной-осеннее было, а это зимняя прогулка. Зима. Зима, девчонки. А, слушаю, слушаю. Иди быстрее сюда. Иду. Что случилось? Вот так вот тюльпанчик в снегу растет. Что, видели? Это ребенок смеется. Снег падает с крыши. Ребята, снег метет и метет и метет. Что, на крышах все завалило? Все завалило. И не перестает. Абсолютно. Ну, завал. Коллапс. Коллапс, коллапс. Сколько много снега на крышах. С ума сойти. Вот посмотрите, что творится. Да что ты будешь делать? Посмотрите через окно, что творится. Все занесло, все замело, 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 замело. Все замело снегом. Боже мой. Даже на улицу неохота выходить. Вечереет. Вечереет у нас. Все, последняя надежда на то, что снег растает.
Вот такая катаклизма. Это же кошмар какой-то. Смотрите, что все завалило полностью. Вот так вот, средняя полоса, 11 апреля. Ветрище! И снег валит, не перестает, просто ураганный, ураганный. Ребята, посмотрите, что творится. Представляете, это же какой-то кошмар. Вообще. Вообще снегу намело. Ну когда такое было? Посмотрите, что творится. Все машины занесло, все занесло. Это апрель месяц. Это что-то невозможное. Теперь уже не растает, в ночь минус. Все замерзнет. Так жалко, так жалко. А снег, что творится? Вообще. Ой, это на моей жизни, честно говорю, вам первый раз такой. Чтоб снег полностью растаял. В тот раз вот навалил, но меньше было. А сейчас глубина вот колеи. Глубина колеи. Машина проехала. Посмотрите, что творится. Ой. Это же жуть. Ну, я думаю, переживем мы эту катаклизму. И коронавирус переживем. Всего вам доброго и светлого. Берегите себя. Заходите на мой канал. Может быть, еще что-нибудь снимем мы на природе, о народе и погоде. До свидания.